Дальше времени очень мало, нужно забрать бомбу на бортике, спускаться вниз. Это десант в никуда, скорее всего, это 16-11. Победа команды G2 со счетом 2-0. Они проходят в полуфинал. Отличная, очень уверенная игра, очень качественный Counter-Strike на двух мапах. И нинди повержены. Самурай двигается дальше. 2-0, ни одной карты команда G2 на мейджоре не проиграла. И это очень серьезная, пока солидная серия. Да, такая заявка очень серьезная для команды Героя, которые сейчас, конечно,